Много народу пишет с попой, ком языком эту попу не копит. Пускает альбом мне по-любому минуту, по году спокойно сидел, когда копит, кто в нем копит, в окопе. Ломанный бит, кредиты не копит, замороченный домик, невороченный топит, там урщик, которые пропили. Кроме того, города, мы просили друг к другу, с запом обратились. Еще потратили свой сим, без особых усилий, представил картины, как Силанс перебродил, переродился. Жизнь сидим, проследился на старости ля, а мы старости ля, по пути паладина пройду. Россию всю, это почти сер, бисер мы там перед свиньями добровались. Все, каждый треть столетия проходит по знакам, гали зимиров, мы все, бисер рвались вдвоем. Бэтл и мир, ты бэтл, вет на варваров, и капли воды что-то вылил. Сегодня могла бы спасти тебе жизнь, завтра два глаза открой. Все движется назад, феодальный строй, дальний строй, гроза, трой. На базаре продается предсказание Кассандры. Времена странные, смутные, странники, спутники. На большой дороге в пространстве буду странно блокать дня будни. Вот им платят за эту работу, с экранов по будням негодуют бабульки. По крайнам бродят упыри, курят такую дрянь, что курят драные. Мы порою за хутором выстрел, грянет в жизнь в реале, но параллельно. Время течет в другом измерении, за древними рельсами, горелыми котельными. В перелесках, где волки медведи на старых стремящих. Хрущев, трущобах, еще в шалашах, из зелек, из заброшенных пляжах. Где дальше не чувствуешь земного трения, бремя людского племени. А такой процесс, горение подземного торфа, оторванный от мира в песчаных карьерах. Плевав на карьеру, порно, полулюди, полузвери. На своей территории сидят перед мониторами, крадут чужие мелодии, кладут на все и вся по своей методике. Курят водяру, избегают симпозиумов, колобродят умом. Тут живут зимой, плетут амонимы. Для языкового сумо они отбросы цивилизации. Просто неврозные, невзрослые, позор нации. Они сорны, почему кругозорок широк ваш пропуск между абзацами. Наш суммизации, не ебаться некуда. Аксера в соцсетях, у меня какая-то администрация. Кто эти некто, что занимаются? Трепет нации нового века. Витал маньяками, фоди, полят из орудий. Вы пародия на нас, по нас и бегите, скатитесь. Мы видите, слова будет. Мастерицы рукоделия, я в восторге от умения. Я слагачит расплетения, я слов с похмелья. Домохозяйки умоляют выдать им рецепт зелья. Предлагают себя в награду, нахера надо. Хватает на внимание, я и без того уже много старания. Я приложен, и теперь надежды не пусты. Возгорание я жди, даже дожди не залит. Огонь в углу пожара опять проснется стопудово. Заложена ведь крепкая основа, укладывает снова на лопатки сила злого слова. Любого, кто знает, что почем, буду рад. Обнять пора, понять дать, что уже хватит вам лежать по туши. Russian Federation, Politician System. Жестая суши части наполняют ее мимы. Мысли мнимы, а действия ленивы. Без силы, без азарта, заранее побита карта. Против пехоты мины под порогом каждой хижины. Стандарты интеллекта снижены. Зоны смежные неспешно превращаются в точки отчуждения. Кровосмешение дает свои плоды. Разрушенные мечты о светлом будущем. Разобраны мосты на ту сторону реки. Коллеги и уроды заполнили телами воды. Угодья стоптаны, повреждены эрозией. Больше не дают амброзию, коррозия съедает изнутри, как колизей. Все будет снесено, лечебной грязи тут не хватит. Не хватит тут целебных мазей, чтобы спасти людей больных проказой. Лучше сразу бросить бомбу, взорвать их разом, чертов все анализы. Когда низы уже не могут, то лучше, точно говорю, убрать ногу из прохода. А то наступят мимоходом, к выходу бегу. Пожарной лестнице, все не поместятся на ней. Мириады точек и огней внизу. Нет мочи, мочи куши ни разу не коснусь. Боюсь несения грязи, неправильной субстанции. Потоки информации должны чисты быть. Нечем крыть, лишь бы успеть предупредить момент, когда в лицо нам боя понесется смерть. Хочется петь, но хрен, рычание. Оптимизма нет, разочарование. В чем призвание, я не знаю. Но плевать на чё-либо признание. Плевать на звание, лампасы и погоны. Пусть вагоны грохоча везут меня к востоку, к истоку мира. Может, там найду достойного кумира. Ком сочетается и мудрость, и, конечно, сила. Привет, курилы, вилы, дьявола шпыняют больно мыльной оперой у нашей пары. Увы, не получилось, ну и ладно, не хозяин я, а только гость. Гордость деды нужен, одеваю лыжи, переполнила края решимость. Ведет меня к обрыву злость. Фальшивомонетчики, живые фанерщики, в бесконечных поисках наживы и кэша, чтобы вы не применяли. Мы жгли, принимали в штыки уличные щенки, возьмите за обе щеки. Меня коробит, ваш вид гробит, ваш битов и тошнит. Суровый наш мир, вам рэп-мажором обломят клешни. За кордоном мы готовим ножи, с повести временных бед, с беременных нет, начиная с моря крови наш фильм. Врешь, что я лишний ряд, лишний вряд ли пищи яд. Но я у тебя нихуя не вижу, кроме ворованных фишек. Этим ты снишь меня, типичного янги книжка. Ты пишешь коряво, лишний раз уверяй меня, что твой стиль дырявый. Ты бьешь быками, куришь лохами, пинаешь ногами невидный камень. А потом сиди
веками, ты ходишь веками на данный момент. Ты ламер, я камикадзе, язык от хаски, станков и канализации. Год назад у ЭКМС узнали, кого им опасаться. Самозванцы нашли панацею, нацеленную искоренению. Бацил псевдо-имсинга, теперь в тебя целится, целится дело. Силю нет предела, как бы вы не пердели. Нафиг деньги, я и в делом подделки, отличу от подделки. Иначе зачем ум, я мочу мачете, как режим педачета. Тщетные попытки под пытку рифм остаться человеком. Ты в селке попался, завяжи на пасти узелки. Ваши мерки мелкие, от наших видов прощаются белки. Я в наши люди, невидимки, с ухмылками на устах появляются. Свитками в руках в самых неожиданных местах вселяют ужас и страх, увеселяют фристайлом, став рэп-автоматами. Солдаты удачи готовы дать сдачи в этой методике мифологической огненной аксиоме. Слово рэп показано в красках, со мною MC-ом и голос Д, хардкор альянс, Будес клан. Это миф, мы пропагандируем пьянство, ты пропагандируешь блядство. Существует секретный код, но никто не может его вспомнить. Ты должен отторгнуть свою породу, чтобы вступить в запрещенное общество черного шифра. Из воды проточный нот, цифры точек, но если расхочется твой выбор, выбирай между дубом и дыбой, живем как рыбы. Косяком в постоянном состоянии комы, знакомые путают нас с насекомыми. Мы рифмуем в собственном уле, пока на акуле стай. Зубы скалили волчьи полчи, мы стали скали у сот, таскали в сотый раз. Они сгинули, а мы остались и создали систему знаков. Из останков четырех элементов ты можешь владеть им знанием, но кто сказал, что в нужный момент, а между тем именно это нужно. Нужно, чтобы его применить. Аминь, династия, аминь, ты дал нам письменность. Теперь можешь уйти, не грусти, ты пойдешь на дрова. Слышал фарфор, хорошо горит, нашел компути. Торчит крова, молчит сахарная голова. Кирпичи делить пополам, надо, чтобы заделать провал. А ты рано, это пожалуйста, но только рано качать права. Ведь это джемаство, к шамаству речитатив. Вместо четки, это стильный, всегда аутентичный. Ближе хотели, чем к византии, хрестоматийным. Стать из шанста и дойти до хадамантийска. Мой идеал МС, то что моросит или смесь мудзина. Это резина и камня с бензином. Если каменные книги пропитаны дивной силой, здесь не место красивому курсиву, огромным клинописным символом. Смех полоумных является стимулом для симуляции творческого процесса, так же как вкус инцеста и дух отхожего места. Мир, прими мои соболезнования, ты болен всеми болезнями, чем с разбегу лезть на лезвие, ты здесь можешь быть полезным. Серебро растворилось в бездне, золото растащили на крестике, это то, о чем я грезил, каменный век русской поэзии. Мир, прими мои соболезнования, ты болен всеми болезнями, чем с разбегу лезть на лезвие, ты здесь можешь быть полезным. Серебро растворилось в бездне, золото растащили на крестике, это то, о чем я грезил, каменный век русской поэзии. Существует подземный ход, но мало кто верит охотно, только тем, кто нужной породы. В почве могут открыться ворота сборного мира. Из бесформенной глины слов, снов и мозолей здесь все позволено. Создавать узоры из стай, галок и сой, гадать на соли. Заплетать волосы голос, и синокосов полосы полностью позабыть, откуда ты в спутанных силах дома. И поудобнее расположись, подушку под голову положи, хоть пропала жизнь, все равно на шпалы не надо ложиться, а надо жить из инжира, жира. Голова кала, песка, сухожили, как головоломку сложили, мешок запихали, зашили, расчертив поликалу по морю по стиле. А сами думать забыли, не зная, что содержимое перебродило и стало тем самым стилем, которому мы дали название и завязали. По три узелка на каждой реснице, мало ли что приснится, а все-таки надо проснуться, коснуться рукой камнем хай мазут, ты слышишь звуки, это руины зовут друидов, равнины зовут бедуинов. Наступил ледниковый период, резная трубка, лесная тропка, трупы врагов, телефонная будка занята, эта мозаика хрупка, как статуи сухофрукта. Свалим в груду и сталь и руду, слова и кору припаяем друг к другу. От перестановки мест слагаемых не меняется сумма. Мир, прими мои соболезнования, ты болен всеми болезнью, чем с разбегу лезть на лезвие, ты здесь можешь быть полезным. Серебро растворилось в бездне, золото растащили на крестике, это то, о чем я грезил, каменный век русской поэзии. Мир, прими мои соболезнования, ты болен всеми болезнью, чем с разбегу лезть на лезвие, ты здесь можешь быть полезным. Серебро растворилось в бездне, золото растащили на крестике, это то, о чем я грезил, каменный век русской поэзии. Мир, прими мои соболезнования, ты болен всеми болезнью, чем с разбегу лезть на лезвие, ты здесь можешь быть полезным. Серебро растворилось в бездне, золото растащили на крестике, это то, о чем я грезил, каменный век русской поэзии. Мир, прими мои соболезнования, ты болен всеми болезнями, чем с разбегу лезть на лезвие, ты здесь можешь быть полезным. Серебро растворилось в бездне, золото растащили на крестике, это то, о чем я грезил, каменный век русской поэзии.
3030 год, пепелище крестовых походов против врагов Епопа. Каждый верно поданный обязан служить его в будущем. Лояльный служащий должен молиться на портрет Африки бомбаты. Иначе казематы, маты, с ума до тюрьма и ложа прокруста. Идти против этой системы, дышать тустом. Рэп теперь тоталитарное искусство. 3-0-3-0, время звездных войн. С интергалактическими фейками последний бой. Делайте ремейки фантастических картин. Все равно не сравнится с ужасами будущего, не приснится. Но хуже всего, что наши люди перегрызлись. Это на руку врагам, которые не дрыхнут. Меня звать Кибер, я смети арита мифа. Говорят, что был такой МС, который в просторах сети свой стиль так здорово продвинул, что выиграл бэтл на странице хип-хопору. Я не уверен, но тому не время, потому что очень скоро начнется его хардкора с фарфором. Мы разобьем их, как били до сих пор. Горе видите, своей смертью свой рэп искупите. Видишь, я заряжаю свой гетто-бластер, как Ghostbuster. Говорят, так звали наших ветеранов. Зализывай тираны, в мираж сдует ветер. Вот такой 30-й год третьего тысячелетия. Yo, man. МС насилует язык и синтаксис давно забыт, но этот агрессивный стиль бьет сильно, что твое копыто. Пыточная камера обскура, здесь сдирают шкуры. За свое стихотворение ты висишь на рее шхуны. Время истекает, МС каются, потом текают. Ты век тут не поможешь ни деньгами, ни стихами. Камикадзе лириксов на старте, значит, отступай и уползай. И ты читаешь, как Кристина Арбакайте. Я не знаю, кто ты, но возьми на сцену саван. Если хочешь знать, моя работа по пожиратель слабых. Пожинать плоды славы буду съев твою команду. У тебя нет флоу, значит, право быть со мной на равных. Нига, твой тачлайн остается под вопросом. Может, ты хороший мальчик, но до нас не дорос. Просто знай, ты не просек культуру, чтоб не говорили. Можешь слушать вух, курить траву и думать, что ты рил. А еще, подожди, какой еще может быть бит? Попробуй. Погромче? А, сюда, да? Давай передвинемся, на самом деле. Все просто грушинский фестиваль. Так. Да давай, ладно. Давай. Ну давай. Поехали. О, е, камон, е, мировая литература. Е, камон, е. Мировую литературу не клюют куры. Это классная вещь, об этом знает даже придурок. Литература дает нам пищу для ума. Об этом знает и он, и она. Суки лезут на рожон, но это все равно, ведь я вынимаю саблю из ножен. Это легко, когда я знаю мировые произведения и собственное стихосложение. Это всегда бывает очень круто почитать гениальных авторов всех стран. Иногда после этого ты сходишь в ресторан и выпьешь водки. Это супер находка для любого любителя виртуального слога или слова. Снова и снова я читаю, получаю от этого такое удовольствие. Как будто от секса, йо, как будто от секса. Возьмем, например, русскую классическую литературу. Так, секундочку. К примеру, Евгений жил такой Онегин. Однажды он жил на речке Онеги. Однажды он был такой крутой-крутой нигер. Весь себя на районе пацаны. Его звали как Толик. Только Толик его звали пацаны. Он был высшим, типа старшины. Он их называл исключительно мои парни. Они жили вместе в какой-то сраной дыре. Но все равно им было по карману. Любая тёлка им была по карману. И куча была в том городе дурман. Бля, мне волос что-то в рот попал. Иногда бывает, случается, попадаем в замкнутый круг. Такое происходит, посмотри вокруг. Но я не о том, жил Евгений Онегин. И при том, он неплохо жил. И нету, жил. Но потом повстречал какую-то дебилку, у которой была странная наружность, странная промежность. Это было не нужно, но тем не менее он ее захотел. Он почувствовал слияние их тел. Он почувствовал, что ее очень хочет. Черт, ведь не хотел про секс говорить. Но все равно все темы в нашем ебаном мире ссорятся к этому, как будто к срачу в сортире. Мат опять пробивается сквозь куплеты. Так бывает всегда, так было всегда. И так вернусь к теме, вернусь к этому, как будто в темечке что-то бьет. По теме, по теме. Так вот, Евгений Онегин пришел в усадьбу. Он сказал, еще немножко осталось до свадьбы. А сам лег с ней в постели. Тут началось такое, что было слышно из другого покоя. Они лишили мать ее покоя. Они
делали на кровати такое, что слышали даже вороны. В другом городе это вошло в моду. Это было... Бля... О, бля... Ужасная вещь, кашель курильщика почти так же плохо, как ноги ныряльщика. Такие страшные и мускулистые, такие же ужасные, как листья астролиста. И есть такое дерево, еще есть дерево другое, называется оно пастернак. Называется, как и поэт. Но мне это похуй, потому что на обед сегодня ел я котлеты, ел я картошку и еще немножко съел салата, чуть-чуть на дорожку. На пасашок я съел пирожок. Ноты Сакмаров мне должен небольшой должок. На гитаре косы грабит получше, ритм покруче, побыстрее, понежнее, помедленнее, побыстрее, помедленнее, побыстрее. Ну ладно, ну ебал немножко, но это не важно, ведь все-таки все круто. Так я про пастернака, моего друга. Писал хреновые стихи и выглядел как дебил, но все равно в русской литературе наследил. Оставил свой след, оставил после себя свой след, как будто бы он полная свинья. Черт, как-то я издеваюсь над литературой, это нехорошо. Как последний придурок, я как лодырь, сижу на последней парте и нихуя не соображаю, но пишу стихи, крутые стихи. Вечные стихи войдут в хрестоматию любой страны. Христа ради! Йоо! В рот! Простите, это вырезал какой-то цензор. Если я его найду, то оторву яйца и выколю ему глаза. Мне это нравится. Я маньяк из криминальной хроники. Всюду мои люди, мои сторонники. Сакмаров выдает на гитаре такие штуки. Он выдает их по паре. То есть раз, раз и еще раз. Я бы срифмовал, но мы не будем сейчас. Эта рифма так банальна, так оральна, анальна, довольно сексуальна, но не очень приятно. Аппетит перебывает, иногда очень хочется, такое бывает. Немножко пропала сказь, рот водкой. Но то бишь, о чем я? Русская литература здесь ни при чем. Русская литература вообще хорошая вещь. Это знает тот, кто даже глухой. Я не знаю, почему я срифмовал такое, но тем не менее знает даже слепой. Кто-то не умеет читать безграмотный, кто-то не знает алфавит вообще, кто-то не знает нихуя на земле, нихуя на земле, и кто-то лежит в земле. Так вот, продолжу перечислять поэтов. При этом я знаю хорошо всю литературу. Я выиграл конкурс в государственную прокуратуру. Черт, я сбился, потому что слюна заполнена гортань. Это биология, литература ни при чем, пишу эклоги, некрологи, эпиграммы. Ой, бля, диафрагма. Диафрагма поднимается, опускается. Курение вредно на моем здоровье сказывается. А Минздрав, ебаный Минздрав, предупреждал. Но я не послушал. Вот все, полетело на смарку. Мое здоровье на смарку. Суньте меня в пробирку и отвезите на фабрику. Там с миром закопайте в урне. А может быть, в таком говне я не умру? Нет, нет, я никогда не умру. Я буду жить, как дельфин. Поутру проснусь, выкурю еще сигарету. Потом придет кто-то и мне сделает минет. Наверное, сучка красивая, очень красивая. Такая красивая, просто как кобыла вшивая. Ой, бля, не то что-то сказал. Наверное, говорился, просто очень хочу спать. Уже часов 5 у Сакмарова дома. Я хочу лежать в кровать, но мне мешает глаукома. Мысленная, йоу, мысленная глаукома и мысленная катаракта. Я из военкома, военмеха, физмата. Буду крыть матом, всех буду крыть матом. Навсегда и всегда. Вот так вот, товарищи, бывает всегда. Начал литературой, окончил пиздой. Вот такая вот пизда, просто ой-ой-ой. События сменяются, идут чередой. Сначала в русской литературе был Нестор-летописец. То есть, точнее, Нестор-летописец. Бля, опять не так. Нестор-летописец, а вовсе не то, что я сказал до этого. Я оговорился, я больше не могу читать. Конечно, это круто, но не могу продолжать. Ёбаный в рот, я охрип, я осип. Я читаю, как какой-нибудь охрип, архип из 19 века. Служанка, сделай ему минет. Об этом все романы 19 века. В скрытой форме. Конечно, никто об этом не говорит. Но потом ученики понимают и начинают делать выводы. Из этого появляются доводы. Потом появляются выводы. Потом появляются доводы. И разум снова хочет оргазма. Разум хочет оргазма. И разум хочет оргазма. От трех сутек сразу. Оргазма! Дайте оргазма! Так, секундочку, стоп! Если мы послушаем это потом...
но нам станет плохо. Не будь последним лохом. Сакмаров, давай перейдем обратно на нормальную интеллектуальную тему. В конце концов, интеллектуальная собственность — это право каждого человека, гражданина Российской Федерации. Сегодня, суки, менты позвали по рации. Меня проверили, сегодня документ. А, бля, Сакмаров сбился. Вот это момент. Так вот, сегодня у меня проверил мент документ и сказал: дай-ка мне, сука, дай-ка 100 рублей. А я сказал: сука, мне лучше водки налей. Он сказал: у меня нет водки. Я сказал: мент без водки, ну и находка. Ни хрена себе, бывают же не пьющие менты. Тогда ты, дружок, не откажешься от наркоты? Нет, он сказал, я не пью и не курю. Я только черт знает с кем ебусь. Ой, ой, наверное, со слоном в зоопарке. Не вышло бы как в зоопарке. Когда мы послушаем, то все пойдет на смарку. Да, я чувствую, мы этот фристайл перепишем. Какой-то ритм такой, что я чувствую себя лишним. Сакмаров, конечно, круто играет, но я чувствую, что он как-то меня заглушает. Меня нихуя не слышно. Тем более, что сел голос. Я такой нигер, я просто такой нигер. У меня на голове бандана, и еще есть рубашки, штаны. И я не хожу в промокашки. Бля, дайте отдышаться хоть, братцы, дайте отдышаться. Я выйду в чисто поле, встану на колени, вылью себе на голову бочку елея. Потом пойму, что надо поскорее отправляться домой. Ведь я же еврей, йоу. Йоу — это очень полезное слово. И можно вставить его, когда нет другого. Потому что йоу — это просто слово-заменитель. Так же, как в коже есть кожа-заменитель. О, пиздец, можно рифмовать знаменатель, а можно и числитель. Все об этом знают. Давай-ка, Сакмаров, погромче, погромче. Хит стопудовая! Бля. Ой, бля, я ёбнулся за стул. А у нас, по-моему, время кончилось. А, нет, не кончилось.